Торадо. Нет, ну в центре обводить какой смысл. Ну, Торадо подобрал мяч на левый фланг. Да, вот тут поинтереснее. Моралес. Моралес с мячом. По штрафную и... Ну что ж, вот мы дождались. Все-таки должно было это свершиться, потому что такое преимущество. Девятый номер. Великолепный пас Моралеса. Фланговая атака – это самое сильное оружие в современном футболе. Точный пас. И Харет Боргетти сравнивает счет. 1-1. Здорово на опережение сыграл. Опередил защитника. И пас хороший. Моралес делает передачу. И даже при такой насыщенной обороне, вот эти прострелы с флангов, они дают результат. Ну и вот мексиканцы запели. Их 20 тысяч на стадионе.